Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон OnePlus 8 Pro, и сейчас я вам покажу, как на этом устройстве заблокировать какой-либо номер. Вот есть у нас такой вот номер телефона, да, вот такой вот. И мы хотим его заблокировать. Как же это сделать? Ну, ребят, делать это очень просто. Вы можете взять, нажать и удерживать на номер и нажать заблокировать. То есть, как это делается? В общем, давайте с самого начала. Если это ваш контакт, который находится в вашей телефонной книге, это вообще самое простое. Переходите в приложение «Телефон», нажимаете на кнопку «Контакты», выбираете контакт, который вы хотите заблокировать, допустим, инфолиния, нажимаете и удерживаете на один из номеров, который вы хотите заблокировать, либо же нажимаете на правую кнопку в правом верхнем углу и просто заблокировать целый контакт. Да, ну мы давайте заблокируем номер, нажмем и удерживаем на номер и нажимаем заблокировать номер, блокировать. Все, контакт заблокирован. Вот и все. Если вы хотите заблокировать какой-то другой номер, который не записан в вашей телефонной книге, тогда нажимаете на значок клавиатуры. Ну, допустим, вам кто-то позвонил, да, давайте просто он будет вписан в нашу телефонную книгу. Вот, видите, он вписан уже в нашу телефонную книжку. Нет, он не вписан. Вот, вписан все-таки, да, видите, в журнале вызовов. Он у нас есть. Итак, как мы его заблокируем? Для того, чтобы заблокировать его, нажимаете на него и удерживаете. И нажимаете «Заблокировать номер». Блокировать. Все. Таким образом он будет заблокирован. Если вы хотите узнать, заблокирован ли он или нет, тогда просто под номером прочтите надпись. Да, если он будет заблокирован, об этом будет написано. Если вы хотите разблокировать контакт, тогда переходите в пункт «Быстрый набор», в правом верхнем углу нажимаете на троеточие, нажимаете «Настройки», ищите пункт «Параметры блокировки» и нажимаете «Заблокированные номера». Вот мы видим два заблокированные номера, которые мы с вами заблокировали. Кстати, здесь в правом верхнем углу располагается кнопка, с помощью которой можно также заблокировать номер телефона, просто вписав его, но это самый неудобный из всех доступных нам вариантов. Поэтому подробно рассматривать мы его не будем. Ну и, в принципе, из этого меню, да, можно номера удалять. Вот, в принципе, ребята, и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч в новых фильмах. Пока!